Здравствуйте, дорогие зрители! Только что поступила печальная новость. В возрасте 75 лет скончался известный советский и российский актер театра и кино, кинорежиссер Юрий Кузьменко. Юрий Кузьменко родился 25 мая 1949 года в Харькове. В 1972 году поступил в ГИТИС. После завершения учебы работал в Кишиневе в театре-студии киноактера киностудии «Молдова Фильм». После закрытия театра Юрий перебрался в Одессу и начал служить в местном драмтеатре. Позже переехал в Москву, там он успешно в 1983 году окончил режиссерский факультет в ГИКа. Начал работать режиссером, писал сценарии к своим фильмам и продолжал актерскую карьеру. Снимался в кино, известен по таким картинам, как «Рейс первый», «Рейс последний», «Корень жизни», «Крепость», «Второе рождение», «Берегите женщин», «Битва за Москву», «Неустановленное лицо», «Трагедия века», «Дальнобойщики» и другие.